своей стране я отношусь с глубоким чувством скорби. Это как состояние капитана корабля «Титаник», когда он тонул. К 40 годам у меня было официальных 3 брака. От первого брака у меня сын Женя, ему сейчас 16 лет. Оля, моя бывшая жена и мама сына, погибла при несчастном случае. Ну, я представляю то, что вот тебе звонит телефон и говорят, конечно, что, ну, твоя мать умерла. Когда мне исполнилось 38 лет, я приняла жесткое решение, что больше так жить не могу. Я должна пойти по пути формирования в женщину. Настя очень душевный человек, как большая женщина, готова к большой любви. Между нами пробежала какая-то искра. Ну вот можешь себе представить, я не смогу вернуться уже обратно в этот Оборск. Совершила чудо. Если бы я осталась в виде мужчины, я думаю, что я была бы самым несчастным человеком. Я очень завидую тем странам, где принят законопроект о однополых браках, в том числе и в Швеции.